Una bella romana, come un bella cagione, so cui era guava, a come me la cammino. Люба, расскажи нам, куда ты собираешься? 60 километров до границы с Бурунди. Я уже не знаю, у меня это слово вот тут вот уже, я его на вкус, я уже в Бурунди съездила, мы все про него прочитали, никак не можем перейти границу. Друзья, 2.5 месяца провели в Танзании и покидаем, уходя в Бурунди, перевал 1640, на нем находится граница, 2 километра до Бурунди, идем пешком. Что нужно сделать в Бурунди, это пройти PCR-тест еще до того, как выдают визу. Нам дали направленнички, а сейчас надо найти кого-нибудь, кто сделает это грязное дельце. Но пусто. Вот в том кабинете сейчас Игорь меняет у нас денежки на доллары. Доллары на местные деньги, на черном рынке. В Бурунди существует черный маркет денег, обмена валюты. И в нашем случае это очень помогало, потому что люди, которые меняют не по банковскому курсу, они легко вас найдут или вы их найдете. А курс отличается в 1.5 раза. Если официально в банке вы поменяете по 2000, то черный маркет уже при 200. В результате получается, как бы наша покупательная способность увеличилась в 1.5 раза. В Бурунди совершенно шикарные денежки, очень красивые. Вот, например, 10 тысяч, что эквивалентно 3 долларам. Во-первых, везде есть контур страны, и они в этот контур страны вписывают. Вот здесь пальмовые листья на десятке. На двойке человек занимается сельским хозяйством. На пятисотке в контуре страны лодочка. Но дело в том, что деньги вообще находятся в ужасном состоянии. Очень много поношенных купюр. Вот это, например, 100 рублей. О чем можно только догадаться, кто знает очертания. А на самом деле 100-рублевочка, она вот такая яркая, салатовая. Все наше путешествие по Бурунди прошло под знаком топливного кризиса, и поэтому машин на дороге было не так много, а если они и были, то полностью загружены и людьми, и бананами, и продуктами, и нам было передвигаться достаточно сложно, мы теряли много времени. Зина нет, но вот люди стоят в очереди, может сейчас поднесут пару ведер. Сейчас я покажу вам, где конец очереди, это все за бензином стоят. Я в детстве так ездил. В деревню Семеновка, и автобус был переполнен. И сейчас здесь некуда яблоку упасть, мы двигаемся к озеру Танганьи. Наше знакомство с Бурунди началось с замечательного отеля в городе Ньянза. Он стоит всего лишь 6 долларов. Бассейн со смотровой площадкой на озеро Танганьика. И вот такие блоки с комнатами. У них есть разные цены. 6 – это самое дешевое, поэтому сама комната не очень впечатляет. Такой рум. Москитная сетка. Мы ей не пользовались. Хорошие сетки на окнах, поэтому комары к нам не попадали. А в ванной здесь вообще взлетная полоса. Слушайте, мы с Игорем сначала подумали, что какой бездарный художник. Но потом, когда увидели всех животных в ассортименте, мы поняли, что это почерк автора, который очень вдумчиво и осознанно подходит каждой единице живого мира. Вообще этот зоопарк, он уникален. И эта зебра, допустим, в тапочках. И сейчас покажем другой фрагмент. Смотрите, антилопа Томпсона находится в прыжке под прямым углом. Такую скульптуру ни разу не видел. А лев? Лев имеет прическу, как и все бурундийские женщины, такую же войлочную. Жирафчик приклонил голову к дереву и смотрит. А сейчас находимся на поляне леопардов, здесь их 3 штуки. А вот этот, он вообще как будто кобра. Шимпанзе самый красивый экземпляр в этом зоопарке и виден осмысленный взгляд. Продолжаем коллекцию животных в нашем отельчике Люба. Издевается над гиппопотамом, он маленький и добрый. А здесь мы даже сначала потерялись, то ли это бородавочник, то ли лев. Оказалось, лев, мы спросили. Дорогой, тебя поймал рыбку на ужин, забирай. Очень дешевый отельчик у нас, ребята. По другую сторону бассейна озера Танганьика.
Ребят, возникла маленькая проблемочка. Люба, расскажи. Я придумала развлекуху в Майорасане прыгать в бассейн. И у Любы получилось это не очень удачно. И вот в результате такая травма. Люба. Внимание, внимание. Говорит и показывает Бурунди. И кто прилетел носом в бетонный бортик бассейна, тот я. Двигаемся в столицу, потому что нам нужно продлиться обязательно на 4-й день после того, как пересек границу по транзитной визе. Нужно прийти в Immigration Office. И половина дороги был асфальт. Ну, конечно, убитенький, но все-таки был. Но здесь вот после городка Румонге закончился, и мы идем уже по такой грунтовочке. Не знаю, сколько еще, но надеемся, скоро застопим какую-нибудь машину. Сейчас в городе Буджумбура. Находимся на площади Независимости. И вот он, первый президент. Собственной персоной. Буджумбура. Я бы сказал, маленький индийский городок, наверное, так. Но движение здесь напряженное, пробочки. И выбираться будет с него нелегко. Как здесь в безопасности? Все безопасно. Мы вчера ходили ночью, гуляли, ели всякие шашлыки, йогурты, все предельно доступно, дешево, люди дружелюбны. В наших планах было выйти из Бурунди в Руанду, и мы сходили в посольство Руанды, нам тут же сказали, что да, Руанда открыта, но для того, чтобы перейти с бурундийской стороны, нужно пойти в Министерство внутренних дел, получить там разрешение специальное, и тут вот начала буксовать эта бюрократическая машина, мы пошли в это Министерство внутренних дел, где нам сказали, вы сходите в российское посольство. Мы сходили в российское посольство, там нас огорчили, говорят, что даже мы будем ждать это разрешение 2 недели. Потом мы пошли, а может быть, мы можем уйти в Конго, пошли в посольство Конго, и там нас тоже огорчили. И говорят, что чтобы получить визу ДРК, вам нужно иметь либо вид на жительство, либо какую-то рабочую визу на 2 года. Гагарин, я вас любила. Сейчас мы вам покажем гостишку, в которой мы живем в Буджумбуре, за все те же $6. Такая солнечная, как всегда, с нашим хаотическим порядком комнатка. Смотрите, вот эта бутылка йогурта пол-литровая, замечательного йогурта с клубничным вкусом, стоит 1500 франков. Это вообще, вот это чудо! Сыр, кило сыра стоит 5 баксов. Мы уже четвертиночку отъели. Что у нас тут еще на столе? Яички по 500 франков. Авокадо по 500 франков штука. О, лук. Вчера охапку лука отхватили за 1000 франков. Так. Такая комнатка, кроватка. Мы не используем москитную сетку, но используем дихлофос. Это здорово помогает. Вчера всю ночь вот этот друг умирал у нас в вещах, копошился, издавал звуки и скоропостижно скончался. Здесь у нас еще один балкон, уже наш. Горы видны, крыши металлические, гаражи. А мы сейчас собираемся, чистим зубки и едем на высочайшую вершину страны, гору Хеха. Обычно высочайшие горы каких-то стран, они стоят денег. Но мы предполагали, что будут что-то просить. На самом деле мы съехали с основной трассы и встряли, потому что 18 километров к подножию этой горы проходит по бездорожью. Плюс бензиновый кризис и транспорта практически не было. В результате мы просидели 3 часа и решили все-таки заплатить $5. И уже вдвоем с рюкзаком продвинулись к подножию, где осталось всего лишь 3 километра до вершины горы.
сейчас у нас начинается экспресс восхождение на гору Хеха. Игорь достает палочки. После 100 метров подъема через сосновый лес вышли на гребень. Идем. Оказывается, Люба стала здоровее после того, как упала в бассейн носом. А да, посмотрите, вам нравится? Сегодня у нас третий день, картина клиническая. Красота-то какая! Да. Думаете, наши большие рюкзаки такая уж необходимость? Нет, это тренировка. Подниматься нужно без рюкзаков. Под самой вершиной осталось 100 метров. Есть такой источник воды. Вот мы набираем, закидываем наш обезвредиватель, и на спуске уже будем пить родниковую водичку. Сам подъем немножко крут в начале, потом это получается гребневой маршрут, по которому еще где-то 2,5 километра, и все это проходит по хвойному лесу с перемешку с эвкалиптами. Проблем нет. На самой вершине кучка камней. Вокруг деревья, вид, можно сказать, никакого, но все-таки это вершина, и местные повырубали там площадочку. Вот так выглядит самая высокая точка Бурунди, гора Хеха. Такой живописный вид открывается с вершины. Сногсшибательная картина. Ну, ребят, уже начали ее вырубать, чтобы последующие туристы могли что-то отсюда увидеть. Вот. Люба, как тебе далась эта вершина? Слушайте, я так рада, что мы сюда пришли, потому что подъем занял у нас ровно час, и это такой классный час без Бурунди. Самая высокая точка Бурунди у нас! Мы одели теплые кофточки, и сейчас будем спускаться вниз. 2700! Все, почти спустились к людям. Игорь Мальцев, как всегда, у нас из тройки делает пятерку. Люба преувеличивает, я сократил расстояние вдвое. Маунт Хеха! Мы сделали первый пункт, который хотели. Бурунди. Высшая точка. Человек нас дождался, пока мы все сходили, сделали, и сейчас повезет обратно. Смотрите, как кладут рюкзак. Вот так. И он еще рулит при этом. И единственный раз во всей Бурунди под горой Хеха нам удалось поставить палатку. И в ночи нас вообще никто не беспокоился, было прекрасно, но даже не открыли мы еще глаза, вокруг нас начали ходить женщины с палками, сбивать какие-то там фрукты, и потом пришли добрые жители, начали здороваться. Страна густо заселена, я бы сказал, даже перенаселена, и поэтому остаться в одиночестве здесь будет тяжеловато. Таким инструментом здесь работают в Бурунди. Косят траву, рубят дрова, ну, иногда, наверное, друг дружку. Мы приехали в Бурури. Здесь есть шимпанзе, но, кажется, нас немножечко обманули. Но здесь вот такие замечательные просто живые изгороди и вход во дворы. Высота 1800. Это та высота, на которой нужно жить. Все долгожители живут на этой высоте. Скажи, почему ты так радуешься Бурури? Да потому что здесь тебе никто не пристает. Вокруг леса, облака, холмы. Уже в Буджумбуре мы застопили человека по имени Леонидес. Он оказался работающим в системе национальных парков и посоветовал посетить обязательно Бурури, потому что там шимпанзе. Сказал, что это будет стоить не дороже $5. Мы приехали туда, и все оказалось совершенно по-другому. Уезжаем, там вывеска, что стоимость $20. Этих шимпанзе всего 60 штук. Гарантии, что мы их увидим, никакой нет. И плюс ко всему, мы никак не добились, сколько будет стоить гид. И то есть ситуация вообще не проясняется. Они говорят, ну дайте ему сколько-то. Итого где-то $50 давать неизвестно за что. Мы не решились, и поэтому едем к источнику Нила. И хотя в большинстве случаев, если вы начнете искать по гуглу, где же находится исток Нила, предлагает Джинджи, который находится в Уганде. Но другие считают,
что исток Нила находится именно вот в Бурунди. И все-таки мы решили посмотреть, какой же он исток Нила здесь. И... Куда идем? 4 километра будет исток Нила. И если Стэнли, Линстон, Спики, Бартон, они тратили годы жизни для этого, то мы и сделаем за один день из Бурунди. Хотя рек особенных здесь нет. Но вот так вот. И мы тут находимся в Бурунди, южный исток Нила. Мы как даже не ожидали, что он такой. Даже не болотце, это вершина горы. И прям реально, как египетские пирамиды, имеет вход. И можно войти в эту пирамиду и стать истоком Нила. Люба, иди. Ну вот, а съел бы целую, половинку съел бы целую, уже вот Тутанхамон. На карте Мэпсми также был обозначен рядом с истоком Нила горячий источник, где-то по прямой видимости 5 километров. Мы взяли по компасу директорию и пошли, пересекли болото, топи, реки, нас преследовали черные люди, мы говорили, у нас все в порядке, мы знаем, куда мы идем. И через пару часов вышли к прекраснейшему, красивейшему месту. Возникло препятствие. На нашей дороге, смотрите, Люба ныряет. За нами погоня с десяток черных молодцов. Но мы немножко пошли по болоту, сократили и, надеемся, уйдем от них. Вы думаете, мы идем где-то под Воронежем? В лугах, в долине Усманки или Дона? Нет, нифига. Это страна Бурунди. Отсюда начинается Нил. И мы по истокам двигаемся, горячим истокам. Источникам. Ребят, нашли эти источники. Поверьте, было непросто. Ни одного человека здесь нет. Одни крестьяне. Вот они. Идем пробовать, какая горячая. Люба? Ой, сейчас хочу быстрее вот в эту прозрачную водичку. Быстрее. Смотрите, какой художник, природа все сделала это. Приятная, да, температура? Да, комфорт и не горячо. Место оказалось фантастическим. Вот здесь как бы исток этого горячего источника. Так течет. И обтекает бассейн. Здесь добрыми руками человек оборудовал площадку. Просто место космос. Конечно, туризм, можно сказать, отсутствует в Бурунди. И можно наслаждаться отсутствием туризма. Мы сегодня весь день ходим по GPS, без дорог. Прокладываем bird distance до нужной точки. Там же находятся вдруг мосты, про которые мы ничего не знаем, но они нас очень сильно спасают. Или тропки. Поэтому мы сегодня маленькие Индианы Джонс. Замечательный человек нас подвез на байке по ужасной дороге. Спасибо ему большое. Да, 10 километров профигачили. Merci beaucoup. В Бурунди не надо долго искать, когда закончится асфальт. Он заканчивается молниеносно и порой очень неожиданно. Такого качества дорога, по которой даже мотобайщики-то не все могут. Вот такая дорога ведет к водопаду. 21 километр. Но есть еще другие дороги, но мы волею судьбы и по стечению обстоятельств выбрали эту. Довольно известный водопад Лешут де Каррера, который находится примерно на юго-востоке. К нему шло 3 дороги. И мы выбрали как раз неверное направление. Это была грунтовка очень разбитая, которая превратилась просто в тропинку, хотя обозначена автомобильной дорогой. Мы шли 15 километров, в результате пришли на вторую дорогу, которая по карте вела туда, и на ней уже взяли мотобайк, который и подвез к воротам национального парка, где нас огорчили, сказав, что за вход нужно заплатить также $12.5, то есть 40 тысяч человека. Короче, нечаянно мы не туда зашли,
и нечаянно начали проходить школу. Детей около 100. Смотрите, видите эту замечательную стежку? Мэп-СМИ ее обозначает как автомобильную дорогу и прокладывает по ней маршрут автомобильный. Но здесь не то, что автомобили, мотоциклы не ездят. Еще ни одного не видели за 10 километров пути. Мы шли и дошли до ананасовых плантаций в Бурунди. Насколько хватает глаз, простираются посадки ананасов. Шли мы, шли по Бурунди и дошли до кофейных плантаций. Вот они какие, ням-ням зернышки. Докуда хватит глаза, кофейная плантация с вкраплениями бананов. День номер 4 моего заболевания. Прекрасные отметки под глазами. И практически прошли. Люба Нидзе. Над глазами. Фильм «Хищник», Арнольд Шварценеггер. Ну, не знаю такого фильма, но боевой раскрас, конечно. Все боятся съемки, а этот ребенок нет. Отстреливаюсь. А ты чего? Ничего у них здесь нету. Не поесть, не попить. Напей. Из Бурунди в Непал. Трансформация. Непальский мост, Люба. Но мы нисколько не жалеем, что отдали эти деньжищи. И когда мы попали на территорию этого парка, водопада, мы просто ошалели. Оказывается, бывают вот такие благоустроенные места в Бурунди. И красивейший трехкаскадный водопад еще плюс ко всему имеет как бы два притока. И на каждом этом притоке находится ступень, и потом они вместе сливаются, и получается третья ступень, которая падает в долину, уже где находятся плантации. Мы были ошеломлены. Крайней точкой на нашем маршруте была столица Бурунди, город Гитега. И, если честно сказать, Гитега нас удивила. Мы думали, столица все-таки это столица. На самом деле оказалось провинциальный городишко, в котором, собственно, особенно смотреть нечего. Единственное, что нас поразило, интересным исполнении католический храм царя Иисуса. Ребята, мы сейчас находимся не в музее, а в холле отеля в Гитере, где мы остановились на одну ночку. И тут исторический экскурс. Культурный исторический экскурс. Вот все. Пьют из трубочек что-то. И почему-то очень модно вот эти тряпки. Из них шьют одежду, ими просто обматывается красочный хлопок. Смотрите, в самом центре города находится отель с названием Бетель. То есть, если вам пожелать, это сюда, здесь вас примут. Друзья, это вот, это все национальная символика, здесь возведена в культ. И это птица. Я
с Игорем не практикуем покупку сувениров ни в одной стране мира. Но люди иногда это делают. И вот мы вам показываем, что здесь есть. Черепахи, музыкальные инструменты, микробарабанчики. Вот эти сумочки, которые женщины носят на головах. И бусики вот есть. Жирафики, статуэтки, вазы, бивни коров. Бивни коров. Люба, Люба, ну как, получится или нет? Вся Бурунди носит вот эти штучки вместо сумочек. У меня есть подушечка на голове, а у меня нет. А ты должна улучшить результат. Brother, can you say stuff like? Stuff like. Yeah. Very good. Аист смотрит на Игоря, Игорь смотрит на Аиста. Оба чувствуют себя неловко. Мы сейчас гуляем по столице Бурунди, Гитере. И здесь асфальт тоже заканчивается довольно быстро. Сейчас идем в кафедрал. Вот по такой грунтовой дорожке. Мы пришли в кафедраль царя Иисуса. Часы на башне не работают. Гитега – это город на семи холмах. И вот мы сейчас находимся на смотровой площадке нескольких из них. Вот такие дороги в Бурунди обозначаются как автомобильные. Но я уверен, здесь вообще даже спорно, проедет ли здесь какой-то мотоцикл. Вы думаете, это дорога? Да, это дорога, одна из главных Гитеги. И здесь же зерно. Мы ехали на грузовой машине и увидели, что сзади на траках ветки лежат. Мы не понимали, для чего это нужно. Спросили у водителя, он сказал, это кладут колючие ветки для того, чтобы не цеплялись сзади. Оказалось, что крестьяне все на велосипедах, а кто и просто прыгают на машины и едут куда им нужно. Друзья, так вот Люба стала экспрессом, Люба экспресс, и мы едем в Кигому. Ребята, ну вот если в России едят яблоки, то в Бурунди картошку едят как яблоки. Это вот картошечка, которая местная. И ребята грызут ее потихонечку. Вот так вот. И больше особенно ничего не надо. А у женщин такие причёсочки, как будто они плюшевые медвежатые. И хочется их погладить. Носят здесь за спиной вот так. Ножки вытягивают вдоль тела и привязывают к спине. Вот так лялечку. В стране, где 90% населения занято в сельском хозяйстве, а 50% нации моложе 15 лет, чему еще поставить памятник? Ну, конечно же, женщине с тяпкой. Вот у нее лялечка за спиной, тяпка на плече и огонь свободы и независимости в правой руке. Страна Бурунди нам очень понравилась, и я уверен, на 150% мы готовы даже вернуться сюда еще, потому что виза дается всего на 10 дней, и то, что мы успели сделать, мы сделали. А также здесь остались и горы интересные, маршруты, источники, водопады, так что Бурунди форева. Страна, где есть счастливые люди, несмотря на то, что они не так богаты, как европейцы. Они улыбчивы, приветливы, и мы их любим. А это
Мамочка, кажется, это те самые знаменитые барабанщики. Бурунди. Они все в цветах национальных. Вот это барабанщик. What time? What time? What time? Can you a little bit?